Пора научить тебя рессольвить, Дани. В 6 лет я поставила на велик мотор от цепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то рессольвить. А я не о том. Для повстанца рессольвить — это не просто выживать. Мы должны сеять хаос любыми средствами. Продолжай. Верстак — лучшее оружие повстанца. Давай, Дани, осваивайся. Давай займемся оружием. Без обид, но твоя винтовка слишком простая. Ща исправим. Правило 9. Используй подходящие средства. В нашем случае порох и лом. Иногда по ночам я спрашиваю себя: Хуан, как можно убивать людей быстрее? Ответ — стрелять. Отлично, Дани. Теперь враги будут лопаться, как спелый арбуз. Так, давай другое оружие. Скажем, твоя цель не забыла надеть шлем и жилет. Тебе понадобятся бронебойные патроны. Пули летят прямо и пробивают кевлар, как нехер делать. Класс! Это твой запас высокоскоростных военных преступлений. Покажи модификации. Сделаем тебе первый глушитель. Теперь бабах! Будет тише, но и дистанция меньше. Видишь, как просто? Теперь ты сможешь тихонько стрелять в башку, как настоящая засранка. Верстак твой друг, Дани. Друг с привилегиями. Черт, процесс прям вставляет. На этом верстаке ты создашь новую Яру. Выведи Гуапа погулять, если хочешь.